Прибыли на автомашине к дому номер 4 по улице Чичулина, города Москвы. Шофер с оружием зашел во второй подъезд названного дома, где проживал. Ищукин взял на себя обязанности одного из организаторов убийства Петухова. Действия по указанию длительного времени наблюдали за окружающей обстановкой, маршрутами, временем ее передвижения, наметив, что Овсянников должен был быть на месте, после чего Шапира, Овсянников и Горин скрылись с места преступления. Цель номер Н-323-34-РУ, используя переданные сведения о потерпевшем, уточнили его личность и патроны к нему, две гранаты F1. Какие-то ответы, когда получат со стороны государства. Ну, что его? Верховный суд отменил, извините. Мы опять будем обращаться в тот же Верховный суд, который, с моей точки зрения, и с точки зрения даже всех юристов, которые говорят, как могли в отношении одного отменить, а в отношении других оставить без изменений. Никто не понимает этого. Потому что дело Пичугина – это одно из дел в рамках дела ЮКОСа, и что основная цель – это получить нефть из границ, который продолжает распоряжаться некоторыми финансовыми ресурсами. Основной вопрос – это только деньги и нефть. А Пичугин – это инструмент. Охотились за бедной охраной или не знали, куда деться? Я дам ли я порежут, ну что-то сейчас. Не мы, а они загнали себя в такую ситуацию, из которой нету хорошего выхода.